Сагазу в Иванове ровно год. Единый административный центр крепко встал на ноги, трудоустроил более 1500 жителей региона. Сейчас в штате 622 сотрудника. Ивановское подразделение занимается сопровождением страховой деятельности компании. На его базе объединены основные бэк-офисные функции. У нас есть вакансии как для людей, которые имеют уже определенный опыт работы, и также мы готовы принимать выпускников вузов, в том числе студентов последних курсов. То есть у нас есть своя программа обучения. Заработная плата, скажем так, рассчитывается индивидуально в зависимости от опыта кандидата. Станислав Воскресенский уже не первый раз посещает офис компании. За год работы административный центр вошел в топ-10 налогоплательщиков Ивановской области. По итогам 11 месяцев это подразделение заплатило в областной бюджет около 150 миллионов рублей. И таким образом где-то примерно в топ-20 налогоплательщиков Сагаз вошел. Это важно. Мы дотационный с вами регион, поэтому нам любой рубль, любая копейка – это для чего? Для выполнения наших социальных обязательств. Сегодня административный центр укомплектован на 85%. Осталось около 80 вакансий. В ближайшей перспективе – расширение. Количество рабочих мест планируют увеличить до 1000 человек. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.